Что за праздник 23 февраля? День защитника Отечества. Точно. Это что за праздник? Ну, тогда поздравляют тех, кто защищал нашу страну. Кого поздравляют? Мальчиков, девочек или кого-то одного? Ну, и мальчиков, и девочек, тех, кто вообще защищал. А как ты считаешь, какими качествами должны обладать настоящие мужчины? Ну, силой. Ну, и они еще должны девочек защищать вообще. Ну, должны помогать маленьким. И вообще, если где-то нужна помощь любому, то они могут помочь. Кто твои любимые мужчины? Папа и мои братья. Они настоящие мужчины, как ты считаешь? Ну, я их не видела, но мне кажется, да. А папа? Да. 23 февраля.